Всем привет, я Адонис, мы продолжаем проходить Киберпанк. Продолжаем наслаждаться этими левитирующими карпами, девушками. Как же они этого добились? Невероятный фокус, или это магия? Все-таки чувствуется, что ребята создавали те же, которые делали Ведьмака. Ага. Так, то есть можно напрямую по верхам лезть, а можно аккуратненько здесь. Так. Ага. Третий снайпер, а тут что у нас? Доп-задача? А, пройти как к нему, понятно. Что-то страшное грядет. Даже новости зависли. Так, опасная зона. Надо достать револьвер. Ага. Зараза, не смотри на меня. Там еще кто-то? Угу. Два это плохо. Так, ну, обезвредим их зрение. А? Так, и прямо туда тебя. А, или нельзя? Такая же коробка с минами. Шампардайс? Что это такое? Все, последний снайпер. Зараза! Эта штука может быть опасна. Взлом тут рулит. Что такое? Откуда эта музыка? На пешеходном мосту стрелок. Так. Вырубаем тебя, дружок. Ух ты! Принято. Белый петель. Подтверждаем. Вот, кажется, и все. Кажется, да. Очень хорошо. Осталась одна проблема. Как... Конечно, прикольно, но я переиграю. Хочу все идеально сделать. Вдруг из-за того, что я кого-то убил, то все, плохая концовка будет. Говорит ядро. Почему два поста не отвечают?
Их сняли с позиций? Проведите разведку. Зараза. Вот, кажется, и все. Кажется, да. Очень хорошо. Осталась одна проблема. Какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Архивный диалог Мэлори и Вики. Тут не так плохо, как я думала, по крайней мере тепло. Только воняет. Вики, мне очень жаль. Я бы взяла тебя к себе, но нам запретили общаться с бывшими работниками. Тут на каждом углу камеры лица сканируют. Да я понимаю, не переживай, я справлюсь. Найду другую работу, все будет окей. Надеюсь, мы тут все за тебя переживаем. Погоди, кажется, кто-то идет. Окей, напиши потом. Ну как, у тебя все хорошо? Видимо, не очень. Сплошной спам, блин. Эту штуку взорвать, наверное, можно, если в нее попасть, да? Вау. Вот это дракончик. Аппарат улетел куда-то этот. Так, с нетранерами надо быть очень осторожным. Я сам такой. Но я не отражаюсь, круто. Играя в эту игру, я постоянно вампира вспоминаю. Vampire the Masquerade. Когда-нибудь запишу прохождение, а может на стримчике. Игры, которые уже знаешь, которые уже проходил, можно и на стримчике проходить. Там тупление будет минимум. Мусорные банки, блин, собираю. О, можно послушать пение. Как будто дракон поет. О, все, хватит, наслушались. Так это она сама поет, что ли? Похоже на то. Ядрить. Зараза! Плохо дело. Сраный биочип. Джонни, помогай мне. Вручную сработаем. Хватит работать, пора отдохнуть. Бля! Зараза! Дартмол! Как же без вас? Ой, попа! Ух ты! Я был не готов. Ладно. Привык крыса играть. И тут на меня напали. Зараза. Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Как же без вас-то? Это Ода Сандаю. Да ладно! Блин! Ах, я думал, Секиро пройду, теперь все легко будет, нифига.
Тут тоже тяжелые моменты есть. Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Так, ломаем его. Как же... Ах, ладно. Плавление синапсов, дружок. Малфака. Ну, когда они расплавятся у него? Скотина. Замыкание. Да блин, вообще жесть какая-то. Телепортный чувак. Я по наивности своей думал, что когда у человека плавится мозг, он немножко замедляется, но это ошибка. Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Как же без... Ой, как, прям вот все отвратительно. Так, перезагрузка оптики. Да дай двинуться хоть. Так, оптика сломана, ублюдок. Так, плавление синапсов. А я думал, не оптика сломана. Зараза. Ой, попа! Так, что там стреляет? По мне стреляют! Зараза, как будто мне не хватает этого ублюдка. Серьезный босс. Так. Зараза. Ему вообще пофиг, то есть его не станет ничего. Да блин, ты же вроде не коснулся меня там. Где ты, тварь? А вот так вот. Давай, запрыгивай. Ой, как мне импланты эти прыгательные помогают. Блин, круто, реально сложно. Где он? Куда он делся? Блин, сховался. Ага. Так. Ах ты, тварь. Попал по мне все равно. А, это хрень у меня какая-то. Так, это сканеры. Что мне получше есть, чем сканеры? Тварь. Куда побежал?
Далее, ах ты тварь! Нет! Уйди! Блин, суровый босс. А еще знаете, что напомнило? Игру Робокоп на Денди. Там самурай тоже был, похоже. Быстрый. Ну как он успевает так? Очень сложно было. Я... У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Конечно, пощажу. Только облутаю. А лут не дадут. Вечно вы с вашей самурайской честью. Они дадут. Ладно, жаль, одежда не снялась. Скажите спасибо вашему другу Гору. Это тебе спасибо, Ви. Так он что, кинул меня таки? Гора. Не понравилась мне последняя реплика. Ну... Я был в долгу у него, поэтому ладно. Я понимал, что он может кинуть. Но иначе поступить не мог. Как ты там, жива еще? Вроде как. Ух ты как! Так, ничего больше тут нету? Битва реально сложная была. Даже после Секиро. Так, все получилось. Я в системе. Ханака внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. Меня предупредили об опасности. Ода не отвечает. Что-то не так. Если мы отменим торжества, это расценят как проявление слабости. Слабости? Чей? Твоей? Нашей. Я согласилась на это только, чтобы почтить память отца. Я не хочу становиться твоей марионеткой. У всех у нас есть роль в этом спектакле. Мичика отлично играет свою. Я понимаю, только скажи, и мы покончим со всем этим. Твоя безопасность для меня важнее всего. Юринобу. Давай продолжим. Спасибо, Ханако. Было бы жаль прерывать такую трогательную церемонию. Гуру, системы заблочены. Можем начинать. Отец. Ханако-сама, это ты? Прошу прощения, Ханако-сама, пожалуйста, выслушайте меня. Ваш отец, не смей о нем говорить. Это последнее, что могу для него сделать. Открыть вам правду о его смерти. Ханако-сама, я не хочу причинять вам вред, но... Ви, беги! А нет, все в порядке. Блядь, блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя. Блядь, надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Зараза, откуда там? Кто тут? Я просто так не ухожу. Ай, хрен с вами.
Сраза! Понятно. Хорош, да? Замыкание. Так, там золото было. Я застрял, да? Да блин, на! Прекрасная игра. Как мне еще золотую штуку взять было? Так, та улетела, да? Тайм. Ну. Хорош. Довольно чистенько, да? Сбежать с парада. Ви, ты еще жив? Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Не, пока что Гора нас не кинул, все хорошо. Ну я уже готов был это принять даже. Вайн-стрит, заброшенный дом. Постучи 4 раза, смотри, чтобы за тобой не следили. 4 раза, запомнил? Подтверди. Да запомнил, 4 раза, я же не идиот. 4 раза. Так, тачка. Прекрасно, лучше... Прекрасно, лучше перестраховаться, не забудь, 4 раза. Окей, че он так на этом настаивает? Калибур. Теперь у нас славная точила. Уличный мститель. Вакака пишет. Я редко признаю ошибки, но в этот раз сделаю исключение. Я недооценила серьезность ваших с Такемурой намерений. Прошу только об одном. Не упоминай о моей причастности. Я, разумеется, оплачу тем же. Окей. Как она передачи перебирает. Какая острая. Да, очень острая машина. Воу-воу! Обдолбанные. Заброшенный жилой дом. У меня такое ощущение, что я тут бывал уже. Я тут плакат Таро находил. Так, 4 раза.
Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханака Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Блин, так Имура мне тоже нравится. Он такой живой какой-то, знаете, в нем человечность проскакивает. Ханока-сама. Ханока-сама, вот мужчина, о котором я говорил. Прошу вас, выслушайте его. Это будет интересный разговор. Сначала все осмотрим. Какая локация классная. О, дзянь. Никура! Ну что, приступим? Простите, что приходится разговаривать при таких обстоятельствах. Я слышу это уже второй раз за день. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Я понимаю, в эту историю трудно поверить сразу. Вы очень уважаемый человек, поэтому я могу вам доверять. У меня есть к вам предложение. У тебя? Ко мне предложение? Биочип, который ваш брат хотел продать сетевому дозору, сейчас в моей голове. Эта технология оживила меня после выстрела в голову. Но теперь она меня убивает. Один из ваших конструктов... Энграм переписывает мое сознание. Мне нужно это прекратить, пока не поздно. Я знаю, вы можете с этим помочь. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама... Слышал? Зараза! Иди проверь. Она с кем-то связалась. С Одой. Я его оставил тогда в живых. Использованная аптечка. 3 месяца назад. Иди. Погоди. Иди. Ну? У меня очень плохое предчувствие. Иди. Блин, светошумовуха. На землю, сука, не двигаться! Охуеть! Все обвалилось хренам!
Это последний шанс ебаться. Так и мой. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Блин, так Кимура бросать не хочу. Почему все лучшие погибают тут? Холера. Я еле двигаюсь. Заперто. Зараза. Солдат убит! У меня же есть вот что, я забыл же. Да блин! В смысле, откуда? Просто ваншот откуда-то, окей. Так, теперь будем действовать по-умному. Это последний шанс ебаться. Так и мой. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Так, у меня вот что есть. Ты его ебишь, перестань! Нифига себе, их ругается. Так, запрос. Вот где все остальные? Давай скорее! Это специально так медленно. Он что, вечный? Я не понял. Кимура! Ну что такое? Потом скажите спасибо. Сейчас надо искать отсюда выход. Так, попа. Лутаем скорее. Жизнь важна, но лут важнее. Да вы издеваетесь, как они быстро убивают. Да, теперь я вижу, что надо умнее выбирать оружие и прокачку. Хорош. Да стреляйте вы! Давай скорее, блин. Осталось чуть-чуть. Так. Потом скажете спать. Так, что у меня там? Поисковая граната, офигенно. Вот. Спасибо, сейчас надо искать отсюда выход. Справа пустые комнаты. По-другому отсюда не выбраться.
открыть огонь! Быстро, быстро! Ха, не нравится, ублюдки? Слушайте, идеально. Ви, я не справлюсь один. Да не иди, погоди. Да ладно, что это? Шальная пуля одна просто меня сразу убила. Представляете, одна какая-то шальная пуля сразу... Секиро, ты очень легкая игра, скажу я вам. На нас напали! Что там такое? Потом скажете спасибо. Сейчас надо искать отсюда выход. Ага. Блин, невозможно сохранить. Так вроде никого. Невозможно сохранить сейчас. Так, лутец мой. Ты уебище лесное! Зараза. Забираем евро-доллары. Да блин, не то. Никого вроде. А, все, пошли. Может, вниз пойдем сюда, не? Такой проход тебе не нравится? Такемура! Пойдем сюда, Такемура! Да, все, окей. Церковь какая-то. Да, я тут лазил тогда. Так, несколько вариантов прохода. Открыть огонь! Перезаряжаю! Да блин, Netrunner, собака. Сохраниться невозможно. Не, серьезно, мне нужна помощь. Some serious shit. Так. Не нравится, пес. Выжил. Вот он. Промахнулся, блин. Эх, как неудачно-то. В атаку! Понятно. Противник!
Видимо, слишком много стен. Ты уебище лесное! Ицукартека. Хорош. У нас потери! Всех вырежу. Так, почему я никого не вижу? Там еще были ребята. Почему он сразу не стрелял? Сакой! Да уж, реальная заруба. Попная. Сдавайся сейчас же! Где он там? Так, тут лут есть. Почему я его не собрал? Нетранерша. Ладно, все, уходим. Они нас заметили. Перегружен, зараза. Коминой, мачта. Так, придется разобрать что-нибудь. Так, вроде полегче стало. Фух. Так, это самая мощная пушка у меня. Пожалуй. Жильцы недовольны. Вот так вот. Когда нет времени заряжаться. Но! Когда есть время заряжаться.
Я знаю, там можно было выйти снизу, но я хочу всех перебить. Что такое? Ой, как четко, надо прямо вот смотреть на него. Сзади вылезли. Офигенно. Осторожнее. Угу, вижу. Точки прокачал. Так-то наша комната. Не зря вернулся. Ладно, все, пойдем туда. Там еще кто-то остался снаружи. Тут вот сейчас будет. Твою мать. Осторожнее. Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Да ладно. Вы уверены? Да, иди. Скорее. Рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет. Под матрасом старые шприцы, толчок забит. Офигенно. Некоторое время спустя. Нет, серьезно. Кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ебаного ничего? Я скажу тебе, кто тут ночует. Сраные неудачники, да. Вот. Два сраных неудачника. Нас могли обнулить еще, когда Такемура похитил Ханака. Ага, вот что бывает, если встать на пути корпорации. Это не просто значит вляпаться в дерьмо. Это значит упасть в грибную яму. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. А если это Гуру? Можешь не надеяться. Мы с ним разбежались 24 часа назад. Он так и не вышел на связь. Покойся с миром, ублюдок. Ты уже который раз хоронишь? Ты же видел его. Он был хорошим бойцом даже без имплантов. Он справится. В Найт-Сити не важно, какой ты боец. Если ты один, тебе пизда. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. Все будет окей. Не ссыкуй. Дробаш. И ни звука. У меня вас
послание. Лети! Ты спишь, что ли? Пора вставать! Ладно. Не подходи. Я же знаю, что ты там. Ты спишь, что ли? Пора вставать! Наконец-то. Фу, блядь! Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Так. Я жду. А, с ней поговорить надо? Понятно. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Блин, крутяк. Я подозревал, что это она. Не, ну, конечно, могло сообщение от Такимуры быть, но он, скорее всего, сам бы пришел. Маловероятно, что он так бы поступил. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Какие-то проблемы?